Есть ли у вас брат или сестра? Да, есть. Кто? Брат есть. Да, есть, у меня есть сестра младшая. Брат есть. Да, у меня есть брат. Старший, младший? Старший брат. Знаете ли вы, что делается для поддержки многодетных семей? Да, квартиры даются. Нет, земля дается, по-моему. Ну и квартиры там помогают купить. Там семья у меня не многодетная, то есть только одна сестра, поэтому точно не знаю. А в школе, когда учились, видели у кого-нибудь талоны на питание или что-нибудь такое? А, да, что-то такое видел, что были семьи, которые многодетные, приходили с талончиками и давали какое-то дополнительное питание. Знаю. Например, материнский капитал. Ну, там различные субсидии, возможно, для поддержки многодетных семей. Там в рамках ипотеки, там в рамках поддержка для детей, что они могут там в лагеря ездить. Различные льготы имеются здесь. Вот. Социальные пособия также. Льготы по оплате ЖКХ, коммунальных услуг действуют. Также бесплатный проезд для школьников.